Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Бажениты. Сегодня конец января месяца. Дома закончилась питьевая вода. Значит, я хожу воду питьевую, покупаю. У нас же в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот наше хозяйство находится. Находится оно в центре села. У них офис. А значит, сам агрегат, который очищает воду, находится совсем в другом месте. Туда доступ ограничен. В офис привозится вода, значит, есть доставка, но я хожу, сам покупаю. Когда машина заведена, езжу и покупаю. Сейчас мы зайдем, я вам покажу, как вода, что вода, какие цены. Вода, можно посмотреть, какая цена на нее. Значит, вот посуда специально сертифицированная, этикеточка, все сделано как положено. Оплачиваю воду вот сюда, вот в кассу, где находится прием платежей, получаю чек. Если у кого-то возникает сомнение по поводу качества вода, значит, вода не из-под крана, не из трупа, а специально из водочистного сооружения. Вот заключение на исследование. Ну, я вам скажу, вода качество очень хорошее. Мы пьем только такую. Гораздо лучше, чем в магазине. Так. Что-то я без очков не вижу. А сколько день это стоит? 45-60. А если в литраж перевести, то литр сколько будет? 19 рублей. Ага. А можно же домой привезти? Литр 2,40. Воду же можно домой привезти? Да, доставка 30 рублей. По селу доставка 30 рублей. Не ограничено, что я 5 беру бутылок, что одну. Без разницы, да? Да. Ага. Ну все. Основное я вам показал. Вот показывайте, какое у вас там предприятие. Беру я вот эту посуду с витрины и могу идти спокойно домой. Я ее оплатил. Все, до свидания.